Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы начинаем проходить новую игру Wolfenstein The Old Blood. Она вышла, в принципе, совсем недавно, и мне кажется, что будет интересно ее пройти. Как думаете, ребята? В принципе, давайте начнем и посмотрим, насколько она будет интересной. Начинаем. Передается через кровь, пролитую воинами. Чую, надвигается буря. Как раз, ребята, мы как раз проходим эту игру прям, знаете, в предчувствии 9 мая, потому что 9 мая победа, можно и так сказать. И тут как раз мы тоже сражаемся с, ну, фашистами, если прямо говорить. Мне кажется, как раз, ребята, прям в нужное время, мне кажется. Ну, посмотрим. Это как бы, знаете, ребята, ДЛС? В предыдущей части. Предыдущая часть там была вроде Wolfenstein The New Order. Я ее прошел. Замечательная, ребята, игра. И если честно, кто ее не проходил, всем советую пройти. Так, может я еще немного стишу звук. Всем советую пройти игру Wolfenstein The New Order. Игра просто офигенная. А это вроде как бы дополнение делали к этой игре, но получилось не совсем дополнение, можно сказать, получилось как отдельная игра. Посмотрим, насколько она будет крутой. Ребят, я, если честно, не знаю, я прям пытался вот это регулировать, но, если честно, я не знаю, насколько она будет... Вот, более-менее. А ну сейчас. Во, вроде нормально. Может еще немного? Штаб не очень распространяет эту информацию. Генерал Череп создает Череп несокрушимые машины смерти на какой-то секретной базе. Папка, о которой... Так, ладно, я не успеваю читать. Wolfenstein, но это, наверное, Wolfenstein. Ну, кто как хочет, тут пускай так и читает. Ух, какие-то машиночки, ребята, смотрите. Прям... Оборотни нафиг железные. Здрасте, мордасти. Фашисты. А мои где? А мои не нужно показывать? Ну, как хотите. Я, к сожалению, не знаю говорить по... германски, поэтому... немецкий. Германский. Нет, германский — это как бы страна, а, наверное, немецкий. Не знаю, ребят, я просто как говорю, я с Украины, поэтому... я всегда вот это путал, знаете, Германия, немеччина, как в Украине говорят. О, так, сейчас. Хотя, в принципе, это одно и то же, можно сказать, но... Германия — страна... по-немецки, okay. Наверное, по-немецки, да, не по-германски. Извиняюсь, если кого-то я там задел чувства или взбесил неправильной фразой. Штурмбанфюрер, штурмфранфюрер какой-то, ладно. Следуйте за Уэсли, он же агент первый. Следуем, следуем. Мне кажется, наверное, чуть-чуть сильность нужно будет снизить немного. Какие текстурочки? Текстурочки какие? Поделись с противогазиком. Не хочет, не хочет. Ты чё, охренел? Если бы я знал, что ты такой наглый, я бы быстрее тебя прям туда потопал. Отступись, отступись. Мы можем пройти, нет? Папьер. Папьер — это документы? А я? А я чё, лишний нафиг? Ага. Дайте мне пройти, я не хочу с вами разговаривать. Охренеть, псина. Ну на. Я надеюсь, всё нормально? Любитель сосисок, сам ты любитель сосисок, с яичками. Хот-дог.
so ein komischer Kauz. Die spinnen die armen Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Какой-то прям Халк нафиг, только не зеленый. Фух. Контрольно-пропускной центр. Или пункт, что там. Хот-дог. Это вроде предыстория. Не буду спойлерить, но это, наверное, предыстория, мне так кажется. Того всего, что было в предыдущей части, о которой я говорил на начале видео. Ну, в смысле, в предыдущей части этой игры, The New Order. Это, наверное, все-таки предыстория, что ли. Морган. А со мной не здороваешься? Вот ты фашист. Дальше. Поехали. Я не знаю, может тебя подтолкнуть, что ли? Ага, вот. Хельга фон Шапс. Да, Хельга это с предыдущей части, вроде бабенция такая старая. Противная сволочь, как не знаю что, но... И череп, да, череп тоже в предыдущей части. Танганьика нафиг. Ух ты, ау, я там видел спуск. Ты там базар, чувачок, нам это все интересно. Да, я тебя понимаю. Ладно, замок. Ну да, реально, замок какой-то прям огромнейший. Я надеюсь, в первой части хоть это как бы и начало, да, но мне кажется, хотелось бы надеяться, что будет хотя бы какой-то экшен, хотя бы парочку перестрелочек. Я бы очень хотел верить. Ух ты. Так, мы будем вылазить сейчас. Наверное. Ну. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Ну что, операция начинается? Оу, залагало. Ну, как бы не залагало, а сохранение было, да? А, ты меня напугал нафиг. Он такой же знает. Иди сюда, паскуда, он оказывается. Ну ладно. Так. А ты чё не здороваешься, наглый? Да, я правильно иду, я просто смотрел, туда ли я иду. Карты тут нету, мини-карты, как бы, да? Okay. Inside the elevator. Roger that. Новое оружие, пистолет. Ребята с глушаком! Стелс. Так, мне нужно перенастроить. Так, ребята, готово. Я надеюсь, они нас не запалят. Опа. Я и забыл, какой Вольфенштейн. То есть тут, ребята, куча припасов. Это все нужно собирать. О, мы новую пушечку нашли. Так, сейчас, давайте попробуем. Охренеть. Так, сейчас, ребята. У нас есть пистолет, да? Который нам дали. У нас есть автомат, который мы только что нашли. Охренеть. А дробовик нам... Это дробовик? Нет, это автомат. Дробовичок. А это записочки, пиписочки. Нет, записочки, все же пиписочки тут ни при чем. Так, ну, вроде мы все собрали, вроде мы можем идти. Я надеюсь. Это был шлем Скайрима? Ну, в смысле... То есть, вот тот шлем, который в Скайриме вроде, это он был? Или мне показалось? Как хрен его знает, наверное, показалось.
Ну, в принципе, ребята, как я не то, что ожидал, а как я надеялся, что в предыдущей серии, не в предыдущей серии, то есть, что в этой серии будет какой-то, не стреляет, а лишь я, будет какой-никакой, но экшен, то есть, хотя бы мы постреляемся, хотя бы поубиваем, это уже радует, то, что не очень долгое вступление, как любят делать в каких-то других играх. Вы разблокировали перк, улучшение здоровья, замечательно. Найдите папку с документами. Вы что, издеваетесь? Тут только папок нафиг. В стену, наверное. Ну, наверное, если бы я был сейфом, я бы в стену спрятался. А, он нашел уже. Так, я как-то вообще не в курсе, куда тут идти. Тут меня очень бесит то, что нету мини-карты. Вроде в предыдущих, точнее в предыдущей игре мини-карта была. И ты знал, куда тебе нужно бежать. Сейчас я вроде... Ага, вот. То есть нужно искать вот это все. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer, over. This is Landseer speaking, over. Landseer, we can't find Lucy's present, over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further, over. Roger, Pathfinder out. Твою мать! Обосрался. Так, ладно, нас запалили, ребята. Так, еще громче чуть-чуть. Вот так вроде будет нормально. Ух, твою мать, чуть-чуть нас не убили. Ну, в принципе, спасибо, но я, конечно, знаю, как перезаряжаться. Ой, здрасте, мордасте. Так, где вы, паскуды? Снайпер, открыта новая модель какая-то. Шутеры. Как шутеры могут не нравиться, в том смысле, не то, что не нравится, как они могут быть не экшен. Это же шутер, ребята. Ну, конечно, он может не всем нравиться, я это прекрасно понимаю. Так, как-то нас даже не коцают толком. Это сюда... Это паскуда там спряталась. Так, ух. Так, ребята, я вижу, точнее, я только что заметил то, что камера не очень правильно располагается. То есть она не тут должна быть, не справа посередине, а справа сверху, чтобы было удобно. Но, ребята, извиняюсь, я опять забыл, но я надеюсь, что в этом нет никакого... О, там дробовик, я только сейчас заметил. А, то есть, надеюсь, что вы не обидитесь на меня. О, все. И надеюсь, что в этом нету ничего такого страшного. Я постараюсь в следующей серии вот это переложить. Кеслер знает что-то. We're meeting Kessler in the village tavern. Так. Here we are. Get up here. Quick. Здрасте. Откуда вы вылезете? Или мне показалось? Хм. Значит, ага. Вы хотели от меня скрыться? Вот куда нам нужно. Воу. Это наш, ага, я уже напугался нафиг. Да я вижу, чувак, сейчас подожди немного. Так. Ну давай, я вижу. Точнее слышу, что-то там, ни хрена себе, да, и все нормально, но... И конец игры, ребята, таким бы ударом он бы прям нахрен убил бы нас с одной плюхи. Ну вот, ребята, посадили нас в тюрьму. Часть первая. Руди Гейгер и Волчье логово.
Я не хочу долго делать очень долгую первую часть. Я надеюсь, она не будет очень долгой. Я надеюсь, что мы с легкостью сможем пройти вот это начало, и оно не будет очень таким, ну, затрудняющимся. God damn it, Blazkowicz. You done messed up now. Так, сейчас. Я видел там что-то... Опа, здрасте. Yep, I'm here, Wesley. Good, good. I'll get us out of here somehow. Может. You ever been to Snowdonia, Blazkowicz? Oh. No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place. Rolling hills as far as the eye can see. Ooh. My father used to take me hiking there sometimes. For the Great Wall. Опа, это наше оружие будет, что ли? Новое оружие трубы. Чувак, будь там чуть-чуть. Так, сейчас, я как-то не понял. Так, я как-то не совсем понимаю, как оно работает. Немного сложно, то есть не нужно отпускать мышку, нужно ее держать, то есть не нужно кнопки отпускать. Это немного странно. Ага, забраться, вот. Super soldiers leashed up by those cables. Turning off the power maybe shuts them down. Наверное. Он настолько тупой, что не успел нас запалить. Ага, так. Ага. Я вашего брата. Ага. Так, замечательно, ребята. А сейчас нам куда? Ага, вижу, вижу, вижу. Не кричите. Ага, удерживать. Рука, конечно, такая, но чуть-чуть. Ну, как это объяснить? Сюда идет? Нет, у него там нету прохода, чтобы сюда пройти. Убили? А мы убили моего. Это кто тут? О, здрасте. Здрасте. Он нас практически убил, ребята. Ну как практически? Замечательно. Бронечка, бронечка всегда нужна. Потопали дальше. В принципе, их даже вот так можно убивать, чтобы не париться. Но иногда, конечно, лучше по стелсу. Ручка такая какая-то. Так. А нафиг какая-то апешная, рубает все подряд, убивает нафиг. Оу. Ух ты. Это собачки? Они будут нас палить, если мы побежим? Наверное. Бедные собачки. Ну, да. Но они нас убивают, так что нужно быть поаккуратнее. Опа. Бронечка. Оу. Не палите, работяки, не палите вы меня. Этого нужно убить другим путем, потому что у нас даже сейчас нету пулемета, чтобы его захреначить там. Смотрите, сколько еще вот этих. Он не успел. Ху. Точнее, он успел нас запалить, но там другой топает, ребята. Ну что, паскуда? Ай, не убивай! Ху, он практически нас убил. Ага. Ой, твою мать, твою мать, твою мать.
Не убивай нас, пожалуйста. Фу. Эти чукчины, они практически нас убивают. Там еще один. Так, нет, не вот это, а лучше вот это. Тут больше боеприпасов. Замечательно. Вижу. Ребята, вижу. Фу. И этот чуть нас не убил. Смотри, сколько нам ХП осталось. 40. Поэтому эту броньку всю и нужно собирать. Она полезная. Это что? Это тоже бронька. Ага, ну больше тут... А, нет, вижу, еще тут что-то валяется. Вижу все. Фу, выбираемся, ребята, отсюда. Вламывайся. Так. Ага, а сейчас... Вижу... И сюда прыгаем. Нахрена мы тогда столько пушек собирали, да, если, в принципе, они все пропали у нас в каком-то смысле, да? Ну, в принципе, наверное, это только сначала... Ой. Дали попробовать, как это стреляется, да? Так, тут ничего нету. Пушечки у нас, конечно, нафиг, с трубой бегаем. Как дураки какие-то. Клюбе ножик нам оставили. О, а я сюда не зря пошел. Коллекционное золото. А в чем разница? Ну, это, наверное, по стенам забираться, да? А то другое, наверное, просто колбасить их. Ну, лучше мы тут не будем выпрыгивать, не стрелять ничего, потому что нету чем стрелять, чтобы ломать ящики. А нет, ребята, есть чем стрелять. Ой. Так, ну это нам тут круто сказали, что ящики ломайте. Это полезно. Запалили? Ну вроде нет. Ай, фу, я уже думал, у нас опять убьет. Ты там взрывайся. Так, замечательно. Ага, я понял, этого нужно успеть убить, пока он там перезаряжается, потому что он, ну, если мы его не успеем убить, то он нас убьет. Я понял. Так. Потупали, ребята, быстренько. Наверное, уже мы, в принципе, сейчас будем заканчивать, как только пройдем вот это... Нет, иди-ка ты сюда. Хотя, в принципе, это и так мы сейчас выкинем. А как только мы пройдем вот это задание, хотя, мне кажется, задание еще будет длинное. Наверное, мы сейчас уже тут и закончим. Вот так. Мы с тюрьмы выбираемся, и, как видите, это будет долго, мне так кажется, потому что... Вряд ли уже вот тут будет... Конец, да? Опа, еще золото. Я не знаю, зачем оно. Может, бонусы какие-то. А, я думаю, нахрена вот это мы толкаем. А вот оно зачем. Как-то мне стрёмно. Ну, вроде не запалились. Надеемся. Ага, нам сюда и нужно было. А я надеялся, он не сможет попасть. Ай, твою мать, твою мать. Чуть-чуть.
Да вашу мать, а как мне тебя отвлечь, чтобы ты нафиг убежал отсюда? Ну, собачка. Так, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ага, дальше мы не можем, да? Только до сюда. Как-то он стреляет, стреляет, но... Он прерывает нам наши, то есть, вот эту хрень. А как мне, твою мать, тебя отвлечь? А ты тупая дура. Ух ты, как мы это сделали. Ах, дайте я еще, ребят, подумаю, как мне его отвлечь. Он там нафиг стоит и даже не хочет разворачиваться. Он потопал? А вот это мы дебил. Ху, вот, норм. Сейчас хотя бы уже сможем вылезти отсюда. Фу. Так. Опа. Здрасте, мордасте. Вы кто? Спасибо. Тут есть что-то ценное, ребятушечки? Точно, я забыл. Мы же можем ломать вот это. Я забыл. Ага. Ну, отлично. Здоровья, здоровья. Ага, вот. Ага, нам нужно включить вот эту хренотенюшку. Хренотенюшку. Все? Ага. Ну давайте, в принципе, уже отсюда выберемся. И, наверное, на этом будем заканчивать вот эту серию. Потому что долго не хочется проходить, если честно. Очень долгие серии. И даже мне не нравится. Не то, что надеюсь, а думаю, то, что вам тем более. Пулеметишка. Тут сохраниться можно, и оно, наверное, автоматически сохраняется. Здрасте. Так, ну что, ребята, давайте мы тут и закончим. Прямо вот тут мы где-то и закончим. Надеюсь, вам понравится вот это прохождение. Надеюсь, вам понравится вот это прохождение игры. Заканчиваем, ребята, мы, к сожалению, вот тут, чтобы нас не запалили. А в следующей серии, если, конечно, вам понравится это прохождение и вы захотите больше серии, я переставлю камеру чуть выше. Я согласен, что тут она не очень удобно стоит. И на этом, ребята, еще раз скажу, мы заканчиваем. Всем за просмотр. Если мы набираем 100 лайков, сразу же выходит новая серия. Я надеюсь, разнообразие иногда нужно. Круглые сутки Пиксельмон как-то надоели уже. Не то, что надоест когда-то. Ух, нафиг, пока вспомним, что я хотел сказать. Поэтому, ребята, вступаем в нашу банду крутых персов. Все, что требуется, это просто на меня подписаться, поставить лайк и оставить свой комментарий. Буду очень рад, если вы вот это сделаете. Еще раз, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем... Сейчас. Всем пока, паскуды! Все.